дорогие гости, здравствуйте еще раз, всем доброй ночи, всем привет! Вы попали на мероприятие, которое называется «Главпост Джем». Сегодня, как и каждую пятницу, мы здесь, в клубе Алексея Козлова, собираемся, радуем вас и радуемся сами, друзья. Итак, мы потихоньку приступаем к нашему сегодняшнему мероприятию. И я бы хотел объявить о том, что у нас сегодня здесь в гостях очень прекрасные люди, друзья. Это Марио Бионди. Сегодня здесь у нас, давайте приветствовать их, они чуть позже появятся на этой сцене. И Федерико Малама, друзья, сегодня здесь тоже у нас. Давайте их поприветствуем, чуть позже ребята к нам присоединятся и будут извлекать, раздавать, в общем, все прекрасно это делать. Итак, Давид, здравствуй, дорогой. Итак, мы начнем первый трек инструментальный, друзья, поехали. Thank you.
Супер, спасибо, друзья, огромное. Такой вот у нас получился инструментальный крючок. Все поиграли, еще сегодня все поиграют. Спасибо. Итак, мы переходим к вокальной слегка части нашего мероприятия. Я бы хотел пригласить на сцену девушку, которую зовут Екатерина Трибуль. И композицию, которую мы исполним сейчас, наверное, все из вас, ну, может быть, кто-то знает или кто-то, возможно, слышал. Называется она «Street Life», друзья. Итак, Екатерина, вот, пожалуйста, вам микрофон. Можете его проверить и попросить Вячеслава немножко добавить, может быть, в монитор. Итак, друзья, скажите, пожалуйста, кто-нибудь попробовал все-таки главмос лонг сегодня у нас? Поднимите руку, кто попробовал. Никто не попробовал. Ребята на баре, никто не попробовал? Все впереди, да? А, бармены попробовали, но уже хорошо. Итак, в общем, композиция «Street Life» и Екатерина Трибуль сегодня на главмос-джеме. Всем еще раз добрый вечер, друзья, поехали! Thank you.
спасибо огромное. Спасибо. Екатерина Трибуль, песня Street Life. Прекрасно. Спасибо огромное. Итак, друзья, следующая композиция, которую мы изобразим, называется она «Жужу». Да, автор Маркус Миллер. Знает кто-нибудь такого басиста? Если кто знает, поднимите руку. Кто знает такого басиста? Прекрасно, друзья. Итак, композиция «Жужу». И сейчас у нас тут произойдут небольшие перемены. Небольшие. Друзья, еще раз всем доброй ночи. Кто здесь? Поднимите, пожалуйста, руку, кто сегодня первый раз у нас в гостях. Чудесно. Вам нравится, друзья? Классненько. В общем, если вы пользуетесь Инстаграмом, вы выкладываете это все в глобальную сеть ВКонтакт, и Инстаграм, и, в общем, Фейсбук, и все вот это вот вместе взятое, ставьте, пожалуйста, хэштег LoveMostJam, друзья. Мы вам будем очень признательны, и ваше видео потом увидят тысячи людей. Это прекрасно. Спасибо вам огромное. Итак, мы готовы, все готовы. Композиция «Жужу», Маркус Миллер, и мы начнем. Поехали. Thank you.
еще к одной вокальной композиции, которую мы сейчас изобразим. И я бы хотел пригласить на эту сцену Анну Кирик. Анна, появись, пожалуйста. Итак, друзья, кто-нибудь знает такую группу, которая называется Инкогнито? Знает кто-нибудь? Да, супер. Кто был на концерте? Поднимите руку. Недавно, в НДМ. Мало, но молодцы. Во, Леша был на концерте. Молодец. Итак, Анна Кирик и композиция, которая называется There Will Come a Day, группа Incognito, и сейчас мы попробуем ее изобразить, да? Всем еще раз доброй ночи, друзья, всем здравствуйте, вы попали на мероприятие, которое называется Glavmos Jam. Каждую пятницу мы здесь, в клубе Алексея Козлова, собираемся, радуемся, играем музыку, общаемся, бодримся, убиваем закуску. В общем, все делаем. Итак, настроение хорошее, друзья, у вас, я надеюсь. Прекрасно. Ну и мы потихоньку начнем. Да? Вы готовы? Супер, мы тоже готовы. Ну, поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, 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 два, три.
Петровна, Анна Кирксы, вот здесь для вас с песней «Дэйл Камады». Итак, друзья, смотрите, какая ситуация. У нас в гостях сегодня здесь замечательные гости. Вот, и нам нужно буквально минуточек 5-10, чтобы тут все подключить, переподключить. Небольшая пауза, и мы вновь к вам вернемся. Хорошо? Послушаем, посмотрим на гостей прекрасных, друзья. Вы готовы к этому? Это будет что-то сногсшибательное, я вас уверяю. Итак, 5-10 минут буквально у нас техническое переключение, и мы продолжаем. А пока, собственно, вы можете воспользоваться барной стойкой, что-то выпить, что-то закусить. И наш диджей Франц, который сегодня здесь для вас весь вечер, поиграет в несколько хороших, замечательных, зажигательных треков. Окей, договорились, друзья? Ребята, есть кто живых? Алло, ку-ку. Поехали, ждем. Еще раз всем доброй ночи, здравствуйте. Привет-привет. Вы попали на мероприятие, которое называется «Главмоджем». Я вас всех приветствую, всем доброй ночи, всех, кто вновь прибыл. Итак, друзья, у нас сегодня здесь в гостях Федерико Маламан, друзья. Давайте его отдельно аплодисменты, аплодисменты за то, что он здесь сегодня с нами. Итак, Давид Сагомонян на барабанах. Евгений Побожий на гитаре. Александр Абрамов на саксофоне нам поиграет. Меня зовут Слава Быстров, и мы сыграем замечательную, веселую, бодрящую композицию, которая называется «Песнь о Канталупе Айленде». Поехали! Thank you.
Thank you.
Врубаем артиста в овации. Спасибо огромное. Завтра у ребят концерт в МД, в Московском доме музыки, друзья. Итак, друзья, следующим нашей программы номером будет один зажигательный, замечательный трючок. Я так полагаю, да? Судя по всему, или что? Да, трючок. И я бы хотел, да, пригласить на сцену Эрика Холматова. Эрик Холматов, выйди, пожалуйста. Итак, Эрик Холматов сегодня в гостях. Итак, Эрик Холматов. И сегодня у нас здесь в гостях, друзья, еще небольшая делегация с острова Свободы, с острова Кубы. Тедди Фуэнтес на бас-гитаре. Давайте приветствуем. Тедди Фуэнтес на бас-гитаре сегодня, друзья, у нас. Ура! Реньер на барабанах. Итак, композиция, которую мы сейчас сыграем, очень всем, я думаю, известна. Господа духовики, если вы, вас там очень всегда много, вы такие все молодцы, вот выходите сейчас и играйте, пожалуйста. Песня очень простая. Вот, Алексей, я прошу прощения, можно мы с вами сыграем следующую композицию, если вы еще в здании, пожалуйста, простите меня. Итак, друзья, кто-нибудь знает, кто такой Бруно Марс? Друзья, знаете, кто такой Бруно Марс? Поднимите руку, кто знает, кто такой Бруно Марс. Ура! Мы молодцы, нас немного, но мы стараемся. Итак, пока вообще ребята включаются, композиция сейчас будет Бруно Марса. И духовое отделение наше прекрасное, которое, да, вот этот курюк, я вас призываю выйти на сцену. И еще хочется понять, что у вас с гитарой происходит. Ребят, духовые, вы нам очень нужны сегодня. Итак, минутка рекламы тогда, друзья. В общем, кто сегодня в первый раз, поднимите, пожалуйста, руку. Кто сегодня здесь в первый раз, вот у нас здесь. Вам нравится, друзья, то, что происходит? Прекрасно. В общем, мы здесь собираемся каждую пятницу, поэтому всех вас ждем. Всегда заходите к нам. У нас есть группа ВКонтакте, называется просто Главхаус Джем. У нас есть, собственно, страничка в Инстаграме, аккаунт, так называемый, тоже называется Главхаус Джем. Поэтому подписывайтесь, вы будете в курсе всего, что происходит. У нас здесь работает вот фотограф наш постоянный Валентин Монастырский, в отдельный град Мерси. Можете себя потом искать, если вдруг не найдете, то все вопросы обязательно к нему. Где же я, почему ты меня не сфотографировал там по серии? Вот такие, вот такого характера. Итак, ну что, работает у нас там вся аппаратура, Тедди. Итак, ну, друзья, и мы начнем. Поехали. Друзья, песню знают абсолютно все, так что не стесняйтесь, танцуйте. Мы будем очень рады, если вы будете танцевать. Just watch it.
Yeah.
это очень приятно. Автом полностью, друзья, fuck me up. В общем-то, итак. Тедди Фуэнтес, бас-гитара, друзья. Вот сейчас здравствуйте, сеньор. Ренер, вот сейчас здравствуйте. Итак, господа, после такого огонька, давайте сделаем таким образом. Мы прервемся буквально минут на 5-10. Вот. Диджей Франц вам поиграет хорошую музыку. Мы сейчас поймем, что дальше играем, и продолжим. Хорошо? Договор? Все, ура. Здравствуйте всем. Всем привет. Доброй ночи. Как настроение? Все прекрасно? Ура, товарищи, здорово. Итак, мы продолжаем наше замечательное музыкальное погружение. И сейчас я бы хотел Алексея Козловского где-нибудь увидеть за барабанами столов. Если ты есть и слышишь меня, Алексей, пожалуйста, заходи, присоединяйся. Вот, друзья, композиция будет инструментальная. Там не один аккорд. Не обманывай его. Ну, в общем, пока мы понимаем и ждем пригласить, пожалуйста, кто-нибудь Алексея Козловского там из-за кулисы. Кто там слышит и кто меня видит вообще, в принципе. В общем, вот, ребята, композиция будет сейчас у нас, называется она... Вайла до фанк. Что-то, в общем, с бразильским уклоном. Вот, и еще раз я призываю Алексея Козловского. Саша, можешь его позвать? Будь добр, пожалуйста. Где же он? А, вот он. Летит наш. Молодец. Вот, Алексей Козловский. Итак. Друзья, силы есть, настроение отличное. Да? Все классно. Воу! Диджей Франц сегодня для нас весь вечер прекрасную музыку. И мы начинаем композицию вот эту вот, как которую я называл. Поехали. Thank you.
Ура, друзья! Вот такая композиция получилась у нас тут без... Сами видели, без... Без всего. Итак, дамы и господа, следующая композиция, которая сейчас прозвучит, будет у нас вокального характера. И я бы хотел Алексея Минченко пригласить на сцену. Алексея Минченко хотел бы пригласить на сцену. Следующим треком, да, мы сыграем ту композицию, о которой мы с вами договаривались. Итак, Алексей Минченко. Вот этот прекрасный человек. Господа духовики, Илья Шумаченко, я вам там раздавал какие-то нотки прекрасные. Да? Будьте добры, пожалуйста. В общем, вот. Итак, композиция, может быть, кто-то знает такую группу Freak Power, друзья? Знаете, да? Супер. Вот, собственно, эту группу мы сейчас изобразим вместе с Алексеем и нашими прекрасными друзьями композицию. Как настроение, дамы и господа? Сила есть? Сила есть! Музыку будем слушать? Прекрасно. Итак, в общем, композиция Freak Power, и мы потихоньку начнем. Иван, есть понимание? Да? Вот оно. Чудесно. Поехали. Какую песню сейчас споем? Прям всем песням песня. Можно сказать, не песня, а вещи. В каждом доме такая должна быть. Сейчас здесь все выяснит. Кто хотел, да, это наше, там и далее. Друзья, минуточка информации. Скажите, пожалуйста, вот кто-нибудь знает вот эту девушку, которая сегодня до этого вылезла на сцену и которую мы унесли? Вы теперь все знаете, да? И, в общем, если, в общем, кто-то ее знает, в общем, кто-то, человек с именем Александр, может быть, это Александра или Александр, есть такой кто-нибудь в здании? Нет, туда никто не сознается, да? Да, прекрасно. Ну, в общем, тогда мы не в ответе за ее судьбу, поехали. Песня летняя. Краткое содержание. Кто-то куда-то ехал. Thank you.
Спасибо, друзья. Алексей Минченко сегодня здесь. С этой композицией прекрасно. Итак, следующим номером нашей программы я вот хотел бы пригласить Анжелику Фролову. На эту сцену. Анжелика. Где-то есть, выходи, покажись. Где-то есть. Ну, а пока Анжелика выходит на сцену, Борис нам расскажет аккорды. Быстренько. Сейчас, причем с помощью Ютуба нам расскажет аккорды. Представьте, как интересно. Так ты нам расскажи, что это. Нам не надо ставить YouTube. В общем, пока ребята понимают, какие у нас аккорды. Анжелика, пройдемте. Пройдемте, пожалуйста. Анжелика Фролова здесь сегодня у нас в гостях. На Глобус Джем. А вот этот можно использовать, да? Вот, аккорды, есть понимание, да, Борис? Правильно? Все, да? Инди. Кто-нибудь любит инди? Есть любители инди? Ну, поехали тогда. Будет у нас инди, значит, инди-джаз сейчас у нас будет происходить. Поехали. Thank you.
у нас в гостях на главном. Ура! Итак, дамы и господа, следующим номером нашей программы будет чудесная композиция человека, которого с нами, к сожалению, уже нет, Майкл Джексон. Знает ли такого? Кто не знает? Что, никто не знает Майкла Джексона, что ли? Знает ли Майкл Джексон? Ну, вот Валя знает, молодец. Итак, композиция называется Love Never Felt So Good. И Ольга. Веснина. Ольга Веснина приглашается на сцену, и сейчас она изобразит для вас эту прекрасную композицию. И я бы хотел еще на пианино пригласить нашего сегодняшнего гостя, нашего сегодняшнего друга, прекрасного... Где же он у нас? Наш прекрасный. Он там. Позови Санчара, пожалуйста. На барабанах сегодня там вот один хотел молодой человек где-то здесь ходил, у нас тоже он хотел очень сыграть. Поехали. Где же этот молодой человек, который хотел сыграть на барабанах у нас? Хорошо, я в общем, Леха, ты начни, я пока его найду. Итак, Ольга Веснина, композиция Love Never Felt So Good. Собственно, вот нажатие, вот здесь пианино и понеслась, друзья. Послушаем песню. Послушаем. Talk to me, baby. Love never felt so good.
Чудесно, друзья! Очень прекрасно! Спасибо огромное! Поняли сина! Композиция Love Never Feels So Good. Любовь никогда не чувствовалась больше, еще более так хорошо. Итак, следующим номером нашей программы. Следующим номером нашей программы я хочу пригласить на сцену девушку, ее зовут Ксения Коломбацкая. Да, кто знает, тот подбивает, кто не знает, не подбивает. Итак, композицию, которую мы сейчас изобразим, будет она тоже хорошей такой певицы. Зовут ее Эми Вайнхаус. Кто знает Эми Вайнхаус, кто знает Эми Вайнхаус, поднимите руку. Класс. Отлично. Вот. В общем, попробуем, да? А я думаю, что вот это надо попробовать, и все получится. Thank you.
шампанское. Давайте ее поаплодируем, она все не переживает. Как? Итак, друзья, двигаемся дальше. В общем, Эрик Холманов у нас есть еще в гостях. И композиция, которую мы изобразим сейчас, он объявит сам. Вот. Да, Эрик? Ты же можешь говорить в микрофон, сразу, пожалуйста. Да. Друзья, как настроение? Не, я серьезно спрашиваю, как настроение? Нормально, да? Еще есть народ, есть запал. Отлично. Песня «Шарли» называется. Baby, I've been sitting here.
Теплой, как все наше внутреннее, мы заканчиваем наше сегодняшнее музыкальное погружение. Дамы и господа, я надеюсь, вам все понравилось, вы увидели много всего интересного, удивительного, всяких прекрасных людей. Вот. Всем вам огромное спасибо, приходите, мы здесь собираемся каждую пятницу, сбор гостей ровно в 00:00, а там уже дальше, собственно, сами понимаете, как закончим, так закончим. Всем вам огромное, гранд мерси. Отдельное спасибо всем музыкантам, ребята, все, вы прекрасные. Константин Макеев сегодня играл на бас-гитаре, Алексей Козловский играл на барабанах всю дорогу. В общем, наше духовое отделение, все Илья Шпаченко, Иван Акатов, Артем и, в общем, все. Всем огромное спасибо. Спасибо огромное всем вокалистам. Ребята, вы прекрасные. В общем, классно. Спасибо огромное всему нашему свето-звуко-цеху. Господа Вячеслав, Андрей, Сергей, вам огромное спасибо. Спасибо огромное всем работникам клуба Алексея Козлова, всем барменам, всем официантам, всем администраторам, всем охранникам, всем поварам, в общем, всем гардеробщику отдельное спасибо, который всегда после каждого джема приходит с какими-то куртками и спрашивает, чьи же это уже вещи. В общем, друзья, увидимся в следующую пятницу. Меня зовут Слава Быстров. До новых увлекательных встреч. Пока-пока. И наш сегодняшний диджей Франц, который играл весь вечер, еще немножко поиграет для вас, но не громко, пожалуйста. Спасибо всем огромное. Пока-пока. Хорошего выходного.